Сегодня боксер Эрик Исраэлян заявил, что отказывается от гражданства Армении. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Фейсбуке, где отметил: «Я отказываюсь от гражданства Республики Армении и уезжаю в другую страну. Оттуда поеду на бой. Запомните имя и фамилию Эрика Исраэляна», – сказал он. Как сообщили в Комитете управления Государственной инспекции Республики Арцах, главный специалист Мартакерского района Алеша Закарян в районном отделе полиции сообщил 26 марта о беспорядочном стрельбе противника в их направлении на административной территории города Мартакер. К счастью, никто не пострадал. Премьер-министр Никол Пашинян посетил сегодня статистический комитет для обсуждения проекта структуры на 2022 года. В совещании приняли участие вице-премьер Мигель Григорян и Тигран Хачатрян, руководитель государственной контрольной службы Романос Петрусян, председатель статистического комитета Степан Нацаканян, руководящий состав комитета и другие должностные лица. Сегодня представитель партии «Сила Отечества» Тигран Арзаканцян вновь встретился с ереванцами. На этот раз лидер партии начал встречи с района Кентрон. В ходе беседы с Тиграном Арзаканцяном граждане поделились своими опасаниями и проблемами, требующими первоочередных решений. Арзаканцян заверяет, что встречи будут продолжительными.